Охота, охота. Оля. Вот это поселок, где прошло все мое детство. Вот в том доме я жила. Сейчас я пройду. Вот. Снег хрустит. Тут я жила. Детство все мое. Там у нас колодец. А вот в том доме я жила. Вот в этом. Вот. На третьем этаже. Но у меня с той стороны окна. Вот это мои соседи на третьем этаже. Класс. Ветра нету. Ну, уже новые постройки. Вот то баня, помню, вот коричневая такая, зеленые двери. Там парилка. Мы туда ходили, парились. Классно. Заходили на ступеньки, залазили наверх, на самый. Жарку поддавали. Там печка такая, как бы. А то котельня. Там сейчас уже не работает. Торф тут добывался, торф, болото, болотная местность. И там он перерабатывался. Было отопление на весь поселок. Вот. Ну что, было и у брата егеря. Валера сказал, что никак ничего у нас не получится. Ни малышей, ни зверей снять никак. Тем более еще сейчас зима, они еще нету, еще малышей нету. Если и есть, то ты, говорит, их никак, говорит, не сможешь сфотографировать. Это нужно выслеживать или фотоловушки ставить. А это не, они, говорит, либо убегут. Если ты увидишь, они либо убегут заранее, или ты действительно их не увидишь. Ну, еще опасность третья, то, что может напасть. Вот, хорошо. Он опять объект наблюдения первого, что я начала снимать. Кот охотился за котом, где он там. Им хорошо, вон он. Вон он. Ну, наши самые меньшие любимки везде есть. Можно их везде снять. И побежал. Интересно, он в колодец зайдет? Да, пошел в колодец, спрятался. Вот. Все на все.